Зрители в переполненном зале О2 «Арена» улыбаются и поют. Они прощаются с кумирами своего детства. На сцене немолодые комики из легендарного коллектива «Монти Пайтон». В воскресенье в Лондоне юмористы, которым уже за 70, дали свой последний концерт. «Короли абсурда» показали свои самые известные номера. Концерт транслировался по всему миру в прямом эфире. На шоу «Монти Пайтон» собрались фанаты из разных городов планеты. Я планировал приехать в Лондон из США этим летом, и мой друг из Германии спросил, хочу ли я сходить на шоу, рассказывает их поклонник Ролин. Я с радостью согласился. Не знаю, есть ли еще здесь люди, которые видели Монти Пайтон 34 года назад, как и я. Ну разве можно было упустить такую возможность? Некоторые поклонники комиков пришли на концерт в костюмах героев из телевизионного шоу под названием «Летающий цирк Монти Пайтон». Фиона Бёрд переоделась в испанского инквизитора по имени Кардинал Фэнк. Пародия на испанскую инквизицию – один из знаковых номеров комедийных актеров. «Ощущение, что распалась твоя любимая группа», – рассказывает Фиона. «Мысль, что они больше не выступят вместе, огорчает меня. Для меня было честью побывать здесь». Монти Пайтон выступали на сцене почти 50 лет. Билеты на их последнее шоу раскупили за 44 секунды.